«Живая музыка среди живых цветов». Такой слоган вполне подойдет рок-викенду. 19-й по счету фестиваль, как всегда, прошел в городском саду. Традиционный музыкальный марафон открывали молодые группы. Победители отборочных туров, которые проходили в течение года. А ближе к вечеру на сцену выходили коллективы, давно известные любителям тяжелой музыки. New Nation, B-Side, Low Riders. Желающих выступить перед колпинской аудиторией обычно столько, что не хватает даже целого дня. На самом деле это огромнейший праздник, это большой подарок от колпинской администрации для молодежи, потому что таких мероприятий, к сожалению, в последнее время очень мало. Очень много раз проводили рок-викенд и, наконец-то, опен-эйр. Мы этого очень долго ждали. В следующем году рок-викенду исполнится 20 лет. Юбилейный фестиваль обязательно порадует гостей сюрпризами. Организаторы думают над ними уже сейчас. Возможно, специально под колпинский Open Air соберется один из старых коллективов, когда-то выступавших на этой сцене. А если позволит бюджет, то попробуют пригласить и рок-звезд российского масштаба, например, группу ДДТ. На нынешнем рок-викенде тоже были свои звезды, правда, металл-сцены. Концерт завершился выступлением группы «Доминия».